Вот это и личность и есть. А это инструмент, который вы должны взять в свои руки и сделать его пластичным под определенные задачи Творца. То есть вы можете сконфигурировать свой ум под любую задачу. Именно ум вас ограничивает. Например, если вы, например, вы берете, скажем, какой-то предмет и говорите «вот это, вот это, вот это». А если вы представите, что ваш ум безграничен, ну, например, он может взять океан. Хотите 5 секунд опыта? 5 секунд, пока ты выдохни, это стало, наверное. Смотрите, возьмите любой предмет. Ну просто, это чисто опыт, ничего такого нет. Давай тот же самый опыт, который мы сделали с тобой. С камешком. Сережа достал камешек. Можно мне в руки? Разрешишь? Как камешек называется? Янтарь. Янтарь. Смола, древняя смола. Смотрите, как мышление может менять сам состав, ощущения. Возьмите любой предмет. Абсолютно любой. Взяли, да? Хорошо. Вот если я его возьму, мы будем вам давать разные уроки, но постепенно погружая в эту глубину. Сейчас урок не такой небольшого смещения, простого, элементарного. Вот если я взял его, да, какой объем я чувствую? Ну, например, там несколько сантиметров. Возьмите. В каком объеме вы можете мыслить? О чем? Можешь думать о улице сейчас? Там. Или вот только вот, а как бы, ты спроси себя, пожалуйста, а какой объем? Кто? Такой? Так. В каком объеме? То есть, а мыслю я в каком объеме? Или, например, ощущение в каком объеме? Вот взяла телефон. Телефон может давать больше объем, потому что он связь, да? Задайте себе вопрос. Могу я мыслить сейчас о дворе? А даже вот 20 метров в сторону? Нет, то есть у вас есть определенная капсулированность сознания. А теперь вот простой пример. Взяли его, камушек, да, и представили за собой, не знаю, сосновый лес. И этот сосновый лес, там деревья бушуют. Сосновый, 5 километров соснового леса. Представьте, что воздух из того леса дует в этот камешек или в свой предмет. Попробуйте. Я с ручкой. А ну ладно, давай я тогда. Держите. Да будет так. Хорошо, пощупайте, возьмите опять этот. Какое ощущение? Есть ли больше объема? Ощущение есть большего объема? Смотрите, и этот предмет уже образовался связь, скажем, соснового леса. А если вы обозначите этот поток, например, а опять почувствуете лес, это я вам примитивно просто объясняю, лес, а теперь представьте, энергия жизни течет туда, в этот предмет, энергия жизни, здоровья, свободы течет в этот предмет, как ветер, представьте ветер, вы можете ветер представить в спину, жизни, да будет так. Хорошо, возьмите опять предмет, ощутите. Уже больше объем, а восприятие? Хорошо. Уверяю, через несколько объемов у вас молекулярная структура начнет меняться в предмете, продавите. Хорошо, возьмите опять этот же предмет и представьте громадную планету из сосен. Громадный объем, там бушуют ветры, сосны пахнут, солнце. И все это так наполняется жизнью травы. Великолепное ощущение, представьте, ветер жизни заносит сюда вот этот простой камушек простой. Вы смещаетесь своим сознанием. Как хорошо там, солнце, там смола. По полметра отпадает прямо вот с больших громадных сосен по километру. Ощущаете? Ощущаете? Это я вам о разных объемах восприятия. Представьте, ветер дует в этот камешек.
Мы добились того, что камешек начал вибрировать в прошлый раз. Этот звенит уже. Мощнее туда переведите внимание. В разный объем. Вы смотрите, качественные уровни, как только вы начали больше объем брать, поток пошел к вас, к вам. Хорошо. Потрогайте его. Какое ощущение? Знахари говорят так. Талисман природы. Дети талисманы природы собирают постоянно. Как они делают? Ходят, хоп-хоп-хоп-хоп. Карманы вот такие, это талисманы. А потом держишь, пульс бьет, возьмите вот так в руки. Какое ощущение? Может пульс забить в предмете? Сожмите. Бам-бам-бам. Громадная сила. Вот сами создали талисман природы. Интересно? А что вы сейчас сделали, дорогие друзья? Когда вы в страдании и боли, вы сужаете свой ум. Объем ума у вас маленький, маленький-маленький. А там вы больше ближе к духу вечности. Вы сейчас чуть-чуть преодолели косность своего ума. А чем ближе вы в космосе, в этом состоянии покоя, гармонии. А теперь, друзья, прикройте глаза. Дыхание ровное и спокойное. Вдох, выдох. Ощутите покой. Громадный покой. Абсолютное спокойствие. Вы погружаетесь в глубину спокойствия. Нет никаких опасностей, не будет расслабления. Выдохните еще глубже, давая возможности принять громадный объем. Почувствуйте за спиной громадные звезды, космос абсолютного спокойствия. Задайте себе вопрос, какой должен быть ум, высшее Я, чтобы это воспринять еще глубже. Еще глубже воспримите. Кометы гуляют в вас. Абсолютное спокойствие. За вашей спиной космические дали вспыхивают сверхновые в абсолютном спокойствии и гармонии. Весь этот космос начинает перетекать в вас. Старое Я тает. Медленно открываете глаза, держа в образе этот космос сзади вас. Откройте глаза медленно, медленно. Создавайте и ощущайте эту потоковость постоянно в себе. Я поздравляю вас. Вы сделали первый шаг к осознанию тому, что вы есть Дух Вечный. Первый шаг начинается со спокойствия души. Когда вы осознали эту тишину, глубину, начинаете еще глубже. Не правда ли даже слова слышатся по-другому? Тишина. Какая-то тишина. И она постоянно изливается. А есть ли грани? Опять загляните за свою спину. Просто ощущением. Есть ли какая-то грань? Если вы где-то остановились своим сознанием, высшее Я, покажи мне еще большее состояние света и большего объема. Медленно, медленно пройдите. Через барьеры мы еще тоже будем ходить. Мария будет с вами работать в этом. А какой должен быть ум? Расплавьте его. Превратитесь в поток, в капельку. Пройдите один барьер. Все старое слетает. Личностное не надо. Вы Дух Вечный. Вы можете сформировать любую личность под задачу для совершения совершенного действия. Еще глубже назад идите.
океан безграничный, полный звезд, матричных пространств за вами. А теперь дайте возможность течь ему через вас. Закройте глаза. Даю возможность проникать большему объему в совершенном спокойствии прямо сейчас, прямо себе. Да сейчас самому себе даю такое разрешение. Выше я, помоги. И с выдохом открываете глаза. Мы можем много говорить об этом. А не правда ли показать легче? Ошеломило? Это первый урок школы Сераписа Бея. Ты приходишь домой. Вы не приходите спорить. Правильно, неправильно. Вы просто начинаете осознавать это. И в этом потоке находитесь. Чем лучше вы в этом потоке, вы начинаете осознавать определенные барьеры вашей личности, которые мешают этому потоку проходить. Эгоизма, сопротивления. Это, как Серапис Бей сказал, это одно из важнейших качеств. Понять, какой у тебя недостаток в группе, чтобы вся группа сработала как инструмент. Если, представь, у тебя подшипник плохо работает в машине. И суметь сознаться, включиться и растворить в себе. Очень многие там, как они называют духовность себя учителей, не являются таковыми, потому что они скрывают свои негативные качества, не работают с ними. Сохраняйте это потоковое состояние. Это первое, чего вы должны сделать в любых практиках. Абсолютно во всем. Будь то ты паришь в тантрическом угаре этим своим веником, супервеником, либо еще что-то, либо шьете, либо преподаете. Вот когда учитель входит в класс, я понял, что мне много не хватало именно из-за этого. Входит в класс, создает этот громадный объем. Через некоторое время дети начинают доверять тебе. Они чувствуют, что что-то не так. Как вы думаете, есть такой побочный эффект? Животные начинают к вам, тараканы ползти, и все, потому что они чувствуют, что гармония жизни. Именно из этих объемов были такие люди и в Египте, и в других странах, где тигр ходил, они из этого объема шли. Вы сейчас этот объем уже почувствовали. Не говорите, что вы не чувствуете, а вы уже почувствовали эту тишину. Вам создали условия. И из этой тишины они гладили этих. И инстинкт зверя исчезал. Он превращался в котика. Тут много чего можно сказать. Это первый урок. Урок тишины. Когда в следующий раз, когда вы захотите получить от своей сущности поток информации, который вы являетесь там, думаете, что это сверхъестественная вещь, они просто идут из тишины. То есть качественные барьеры тают, и у вас ваш разум. Я очень сильно и долго старался выйти из тела. У меня ничего не получалось. 6 месяцев. Это когда мне было 19 лет. Я постоянно. Потом я слишком сильно старался. Потом я забыл этот опыт. Когда у меня получаться стало, я забыл этот опыт. Я понял. И возвращает час, только некоторое время прошло. Легкость. Когда ты сильно что-то желаешь, ты как бы себя барьер. А когда ты легок, этот объем, из этого объема личность, она мешает в какой-то моменте. Да? А ты нужен эту свою личность, превзойди следующую. Почему я говорил со спины? Это просто. Состояние потока легче. Вот, например, если вы войдете в водопад, и вода падает, легче всего запомнить, что это поток, который падает на голову. Если вы были под водопадом, вам легче всего представить поток, падающий на вашу голову. Правильно? Здесь тоже так. Со спины. Любимых тоже со спины. Этот поток будет открывать сердца. Вам понятно?
Это первый урок, который вы будете постоянно делать. Когда вы успокоитесь, душа успокоится, не надо никуда метаться, нет ни с кем спорить, воевать, выгрызать, тогда все получается. Именно из этого состояния делаются и артефакты. И если вы вот сейчас проделали такую медитацию, один слой, второй, третий, камень начинает вибрировать. Мария, сейчас ты продолжишь. Подойди, пожалуйста, сюда. Хорошо. Посмотри, пожалуйста, на камень. И все посмотрите на камень. Он уже сейчас... Давай, можно свернуть его? Нет. И сделать еще лучше. Да? Я спрошу у хозяина. Так, хорошо, сворачиваю все программы, заложенные мной, другими людьми в этот камень. Прямо сейчас. Когда сворачивается, то потенциал сворачивается, часть обратно возвращается в его окружающую среду, а часть возвращается в человека, который делал. Не бойтесь переделать проект в еще более совершенный. Понимаете? А теперь начинаем эксперимент. Ты молодец, что открыто согласился это сделать. Хорошо. Теперь я что делаю? Я представляю объем, скажем, 10 километров соснового леса. Пусть жизненная энергия войдет в этот камень. Живо представляю этот жизнь, наполненный лесом, и поток в этот камень, идущий со спины. Как видите? Но чтобы не было ориентировано внимание человека, когда он представляет именно этот образ, он синхронизируется с общим полем всех деревьев. Да. Нужного, заданного качества. Потому что, понятное дело, что лес из папайи и лес из сосны, он разный по качеству. Энергии будут другие. Да, другая энергия. И появляются, в начале, когда вы просто представляете, появляется множество тропинок, дорожек на этот предмет от того образа, который вы желаете. Чем вы сильнее представляете и чувствуете сосновый лес, тем сильнее, ну как... Есть совершенный эталон в Боге, в псиполе нашей планеты, соснового леса. И от него появляется тропинка в этот предмет. И это разрешено. Хорошо. А теперь я беру еще больше объем. Целую планету из сосен, жизненной энергии, природы, здоровья, свободы. Сейчас. Есть способ, когда, например, просто закладывают много потенциала в камень, но он рано или поздно израсходуется. В данном случае он бесконечно сделает. Создал тропинку. Да, тропинка. И то есть бесконечное согласование. Согласование этого камня именно с этим потенциалом, этим совершенным лесом, планетой леса, то есть с этим полем. Это, чтобы вы правильно понимали, это невозможно назвать... Например, есть умы, которые скажут: как же так? Это получается, я где-то краду энергию леса. Я просто знаю, что есть такие умы. В этом случае я вам отвечу, что если камень... Например, ваша кость находится в вашем теле. Это же и кость питается от вашего тела. Не значит то, что ваша кость крадет у вас энергию. То есть этот камень становится частью этой планеты. Становится это как... Я явленный свет той планеты, то есть того психоля жизни, света, счастья, мощи, сердец этих елок в этом камне. Надеюсь, я нормально объяснил уже. Хорошо. А теперь я еще сделаю еще больше шаг. Опиши, как он выглядит для людей. Хорошо. В данном случае у него сейчас произошло преобразование. Поле от камня отходит примерно, ну, самое плотное вот на это расстояние. Оно такое, как солнышко немножко выглядит поле, то есть такими волнами. Вот. И от него, от самого центра, идут такими разными торсионными полями, разноцветными, там розовые, голубые, ручейки именно с псиполя жизни, здоровья, света. И сейчас, и из-за этого, когда достигается необходимое и достаточное количество сил на предмет,
на атомарную сетку, потому что вы думаете, вы в камень просто смотрите, а там же все есть и сразу внутри, то когда достигается достаточное количество силы, атомы перестают, они выходят из старого режима. Вот они были раньше, атомы звучали как? Я просто лежал там где-то возле речки тысячу лет. Да. Сосна, звенящие кедры. Да, звенящие. А вот эта волна, она начинает будить атомы в другую волну. То есть то он был согласован состоянием «я тысячу лет пролежал возле речки», а он входит в состояние, все атомы входят в состояние «мы есть жизнь, мы есть эти сосны, мы есть радость, связь со всеми соснами, которые только может быть». Там, то есть, такое. Сейчас еще смотрите, что сделаем. Я брал планету. Теперь ей другой объем, и я должен менять свое сознание, тоже входить в другой объем. Я тренирую, одновременно создаю артефакт, и одновременно учусь продавливать пространство, учусь менять состояние сознания своего, для того, чтобы впустить этот объем. А я теперь говорю еще больше. Не планеты. Все сущее во всех мирах, что содержит деревья, несущие жизнь, здоровье, глубину, свободу. Объединись в этом камне, создай еще больше, включись. Хорошо. А в этом это очень интересный эксперимент, потому что сейчас изменилась качественная структура всего этого кристалла, я уже называю. Например, вот он находится, и у него сейчас продавилось пространство очень плотно, вот такой вот формы. И дальше от него идут и в другую сторону тоже различные излучения. В этом случае до него, например, в момент, пока Алексей не завершил программу, даже немножко опасно для энергетики докасаться в центр. То есть, знаете, как мясорубка, она еще не остановилась, то есть свой ход. И в самом центре там собралось огромное количество самых разнообразных лучиков, которые сейчас тождественны именно возможностям именно этого эксперимента. Вот, и она имеет связи, да, с большим количеством мест. И ваши поля, когда им водят, они такие, знаете, если пылесос включить на выдох, он такой в вас дуть будет, типа раздуватель. И если поднести к волнам, к воде вернее, вода такая. Вот, у вас аура примерно так же видится, когда подносят этот. Как бы жизнь такая, слои становятся более подвижные, такие активные, интересные эффекты. И из-за этого можно, те, кто чувствительные люди, могут случайно подумать, что и видящие активно практикующие, они могут подумать, что вы контактеры каких-то неизвестных цивилизаций, потому что у вас в аурах остаются отпечатки этих цветов. Хорошо. А теперь энергия жизни. Так, все сущее. Стабилизируй эту энергию и согласуй с энергией Сергея прямо здесь и сейчас. Для гармоничного использования. Да, и в этот момент он как раскаленный кусочек магмы, да? Ты его заметил, да? В этот момент все программы, ну там на самом деле произошло намного больше, ведь высшее я, даже Алексей, оно подразумевает намного больше процессов, вы как бы слышите слова, а там много чего. И в этот момент давление, он как то есть кристалл приобрел правильную форму. И в этот момент Алексей почувствовал какой-то такой удар по руке, то есть изменение такое резко. Вум. И он сформировался, стал безопасным для окружающих. Радиацию не будет. Радиацию. То есть любую энергию вы должны понять, что любую силу, которую вы принимаете, она должна быть согласована с вашим телом, чтобы она, даже она, если... Знаете, ведь можно... Знаете, как дети любят? Вот, и вот когда ты ребенка любишь, он же хрупкий, можно так его обнять, что... И все. Вот. Вот как-то так. Продолжишь? Да. Да, продолжаем.